немножко Старченко сейчас заменяет в этом звене Бойда, который выбыл на несколько месяцев в матче с Кунлунем. Нанесли ему травму. И, в общем, та история, которая случилась с Дамиром Испаевым, опасный бросок и поворотом из Шалунов. Шалунов делает счет 2-0. Отличная работа. Привезли шайбу в зону атаки. Первое звено Новосибирской Сибири. Здесь и хороший контроль шайбы. И Санников с Шумаковым поработали. Отличная диагональ на Шалунова, который броском сходу в нижний угол делает счет 2-0. То есть концовка периода. Сибирь забрасывает шайбу. Первый же с ним второго периода. Тоже важный отрезок. Ну, вообще один остался Шалунов.